Посылку адмирала Тамплиера на головном корабле. Стоит ему отдать приказ, мы ее потеряем. Посылка не так важна, как ее получатель. Уничтожим этого курьера-адмирала и раскроем истинную угрозу, исходящую от Тамплиера. Когда я стал ассасином, поклялся бросить пиратство, но оно не раз помогало нашему клиенту. Да, и часто это необходимо. Меньше ход! Блин! Бросили! Бросили! Лицели! Блин! Хороший залп! Нам помочь! Огонь! Блин! Заряжаем! Залп! Подходящая дистанция! Достойно в любой ситуации.
Бастиени Жозеф, Порто-Пренс. Что там нужно тамплиерам? Капитан, там еще французы! Плохо. Уходим сквозь бурю. Нас разобьет о берег! Будет куда хуже, если это попадет в руки тамплиерам. Да, капитан! Держись, ребята! Поля! Капитан! Спасайтесь сами! Корабль я не брошу! Нет, я останусь с вами! Чёртовы блики! Промазал! Блин! Капитан! Заряд! Заряд! Уже очень близко! Жду приказаний! Allez-moi les miso Catalaye Vendu. Ah!
Да я тебе ухо отрежу! Сволочь! Тамплиер подождет. Женщина страдать не должна. Остановись, дрянь! Иначе я отрежу тебе оба уха! Нет! О, Боже! Слава Богу! Простите. Мне нечем вас отблагодарить. Ничего не нужно. Когда-то я сам сбежал так же. Вас же могли снова схватить. Для человека чести не помочь. Вот риск. Я ищу Бастиану Жозеф. Знаешь ее? Лично? Вот еще. Но любой белый господин отведет вас к ней. Кроме этого, спросите в городе. Я спрошу. Есть куда пойти? Семья ждет меня в горах. Не волнуйся за меня. Да хранит тебя Бог. То была воля Божья. Не стоит. Пожалуйста. Твоим мукам конец.
цель. Лезь! Спасибо, месье. Помоги своим братьям и сестрам. Люди достойны большего. Довольно мучений. Эти рабы лучшие из лучших. Конечно, моя жизнь ничего не стоит, но спасибо, что спасли меня. Разве можно было иначе?
Я не предательница. Рабам будет только лучше. Если бы на плантациях могло стать лучше, разве они бунтовали бы? Конечно. Просто животные. Ими движет одна лишь жажда насилия. Как вами деньги. Хотите помочь своим черным друзьям? Вперед. Успокойте их. Иначе... Довольно. Вправе укреплять дисциплину на свой лад. Это излишнее. Я передам ваше послание. Но цена высока. Мы оба выиграем. Желаете ли чего-нибудь еще, губернатор? Я слишком стар. Боюсь, Гюзанна уже забрала все мои силы. Тогда прощайте. Мадам Жозеф, вы ждали посылку? Да, но не вас. Где же адмирал? Ясно. И со мной вы хотите поступить так же. Оглядитесь. Чуть что, и вас просто прикончат. Я здесь с миром. Скажите, как тамплиеры позволяют вам это? Я лишь посредница. Но прежде чем судить, знайте, что деньги тамплиеров покупают свободу таким, как вы. Я знаю, что это. Не знаете? Я вижу клеймо раба. Красноречие ученого. Руки моряка и наряд ассасина. Оружие. Думаю, вас застиг шторм. Что вам нужно? Корабль? Приют? Небольшая цена за эту посылку. То, что нужно, я возьму сам. Но докажите, что вы не лжете. И, возможно, мы договоримся. Вот вы как. Хорошо. Окажите мне услугу. Агюстен Дьюфор — человек весьма скрытный. На плантации есть его люди. Отдайте им послание губернатора. Агюстен докажет вам, что я не лгу. Повторите этот пароль. Кто не будет спать, того корабик съест. Кто не будет спать, того корабик съест. Славно. Неплохой баритон. А теперь уходите, пока не вызвали подозрений. Yeah,
чему-нибудь. Верь в себя. Вы такой храбрец. У тебя есть право на выбор. Il est temps d'aller saluer Saint-Pierre. Товар отменный. Давно такого не видел. Как вас благодарить, месье? Только вместе мы покончим с этим злом.
Все еще впереди. Вы посланы Богом. Живи достойно. Прошу! Все болит. Не пускайте их ко мне. Спасибо. Спасибо. Прошу. Осторожно. Спасибо, друг. Вас послал нам Бог. Помоги своим братьям и сестрам.